Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предложил создать альянс против Ирана. По его мнению, на Ближнем Востоке осознали, что наибольшая угроза в настоящее время исходит от Ирана. Настало время сформировать коалицию против террора при участии всех умеренных сил на Ближнем Востоке. Такой альянс должен прежде всего защищать своих членов. И он должен ввести жесткие санкции в отношении Ирана, считает Авигдор Либерман. На 101-м году жизни скончался основатель еврейской общины города Сочи, ветеран Второй мировой войны Израиль Фойгель. Совсем недавно всей общиной мы отмечали его столетний юбилей. Он всегда был жизнерадостным человеком. В последнее время он не раз просил меня, чтобы его похоронили по еврейским обычаям, сказал руководитель еврейской общины города Сочи Арие Эдель-Копф. Горские евреи Австрии выбрали нового председателя общины. Им стал Михаил Эльяев. Новый глава горской еврейской общины Австрии подчеркнул, что будет уделять особое внимание молодому поколению, при этом не забывая о многовековых традициях своего народа. В аэропорту Бен-Гурион построят пансион для домашних животных. Израильское управление аэропортов уже объявило тендер на строительство. По его условиям, к участию допускаются структуры, имеющие опыт содержания пансиона для животных не менее 4 лет. Победитель тендера получит право задействовать пансион в течение 25 лет. Прогнозируемая стоимость содержания собаки от 50 до 100 шекелей за ночь. Для кошек дешевле.